Екатеринбургский искусствовед провел лекцию по истории для тагильчан с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло на инклюзивной площадке библиотеки номер 1. Изюминкой урока стал макет античного храма, который Алексей Филатов предложил собрать всем желающим. Некоторые люди, особенно тотально слепые, они не могут прикоснуться к миру живописи, потому что нельзя трогать шедевры пальцами, понимаете? И когда я сегодня ехал в Нижний Тагил, а меня предупредили, что сообщество тагильчан в основном состоит из тотально слепых людей, то я привез для них вот такой специальный проект, в смысле специальный конструктор. Тагильчане отметили ценность таких уроков. Это очень полезно и нужно изучение, чтобы люди знали и интересно было им. Меня как бы удивило то, что как вот это и производили, вот эту конструкцию, то, что 2 месяца она печаталась на принтере, мне просто вот это интересно, как оно создавалось. Макет античного храма Алексей Филатов сделал вместе со своими учениками из пластика. С постройкой конструкции участники лектория справились быстро.